само по себе перемещение, движение. Вот задняя нога очень сильная. Поэтому ваша нога тоже теоретически задняя сильная, но передняя свободная. Поэтому, когда я ухожу с линии, центр я все время контролирую влево. Как упражнение. Вы обходите центр. Он постоянно в напряжении. Поэтому здесь вот напряжение. Вы контролируете. Второй момент. Да. Оно как упражнение, но опять же оно очень тяжелое.